Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Джулия. И я сегодня занимаюсь заготовкой капусты. Но вот видите, у меня здесь свекла, у меня здесь капуста, чеснок. На плите стоит кипяченая вода. И у меня еще будет молотый жгучий перец. Но я отступаю немножко от рецепта. Ну, вообще не должен быть молотый жгучий перец, а должен быть свежий жгучий перец. Но, увы, у меня его не оказалось, поэтому мне придется отступить немножко и готовить уже от сухого перца. Так, что я сейчас делаю? Да вот у меня 7-литровая кастрюлька. На дно я выкладываю свеклу. Ну, капусту я забыла сказать вам, что я буду готовить грузинскую капусту, то есть по-грузински, точнее по-грузински. И я сейчас нарежу капусту и покажу. Так, вот я нарезала капусту, хотя, в общем-то, по рецепту ее нужно резать на 4 части и, в общем, закладывать почти целиком. Но так я не люблю в таком виде капусту, поэтому я нарезала по-своему. Так, сейчас сюда укладываю чеснок. Так, насыпаю жгучий перец. И вновь я кладу свеклу. И так слоями я буду выкладывать свою капусту. Так, вот, друзья, второй слой. Теперь я покрываю еще третий слой. То есть у меня еще два небольших кочана. Опять я закладываю свеклу, опять чеснок. Посыпаю жгучим перцем все это. И так, еще что я скажу. Я говорила, что на газе у меня стоит кастрюля. Там 2,5 литра воды и 3 ложки соли. Так, в конце она у меня остывает. И в конце я буду заливать все это рассолом. Так, вот, друзья, последний слой я уже капусту заложила. Заложила свеклу, чеснок. И все, и мы сейчас заливаем рассолом. Рассол теплый, он у меня не совсем остыл, но он теплый. Я думаю, ничего. Так, рассола не так много, потому что сейчас я поставлю под гнет, и еще капуста даст свой сок. Почему я выбрала этот рецепт? Это рецепт, как я уже сказала, грузинская, но квашеной капусты. Потому что я придерживаюсь того мнения, что квашеная капуста самая идеальная капуста. И она самая полезная. И, в общем-то, самая вкусная, я так считаю. Что мариновать, если мариновать, тогда добавлять уксус. Уксус для желудка не очень хорошо. Так что вот такая капуста у меня уже будет. Я покажу потом в дальнейшем, что у меня получилось. А сейчас я с вами прощаюсь. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте и будьте здоровы!